Да-да-да, давай сначала. Сейчас, секунду, сейчас я немножко этот сформулирую. Меня зовут Виктор Соломатин, я руководитель мобильной команды разработки мессенджера ВК Teams. Я работаю в ВК уже 10 лет, за это время я прошел путь от стажера до руководителя команды разработки, и за это время я общался с очень большим количеством классных людей, профессионалов, как в своей команде, так и в других командах, соседних подразделениях. И это было очень интересно, и, собственно, именно поэтому я и продолжаю оставаться тут и развивать продукты компании дальше. Моя команда делает внутренний мессенджер ВК Teams для корпоративного общения между сотрудниками, коллегами в различных компаниях. А, сейчас, можно секунду еще? Просто не ВК же, ВК. Я всегда ВК говорю, и это правильно же вроде. Особенность нашей команды в том, что мы делаем высоконагруженный сервис, в котором очень много пользователей может быть, и, соответственно, нагрузки, которые испытывают наши клиентские приложения, бэкэнд, они достаточно высокие. Да, но тут сложно сформулировать, на самом деле. Во многих компаниях не решен вопрос с тем, какие инструменты использовать, потому что по факту нет стандарта какого-то общепринятого для внутренних коммуникаций. Мы предлагаем такое решение и полностью закрываем все вопросы, связанные с этим, для любых компаний, что больших, что маленьких. На ближайший год у нас много планов есть как продуктовых, так и технических фич и задач, которые мы будем делать. Например, можно выделить внутренний таск-трекер, который будет в нашей коммуникационной платформе использоваться параллельно с мессенджером и позволит ставить задачи, приоритеты, например, им выставлять, обсуждать задачи внутри корпоративной вот среды общения. Мы ищем кандидатов, в первую очередь, если говорить с точки зрения мобильной разработки, то энтузиастов, да, которые любят и хотят погружаться в интересные, достаточно сложные, то есть нетривиальные кейсы, потому что, как я уже говорил, высоконагруженное приложение, у нас идет много работы с базами данных, да, то есть с кэшом данных, хранением, с сетевой частью, с UI-ем опять-таки. Процесс трудоустройства у нас... Ладно, давай через. Процесс трудоустройства у нас достаточно прост, то есть мы за одну встречу обсуждаем опыт кандидата, какие-то вопросы задаем, рассказываем про наш продукт и проект и обсуждаем непосредственно технические темы, которые связаны с командой, в которую он хочет прийти. После этого принимаем решение и, если всех все устраивает, делаем предложение о трудоустройстве у нас. ВК — это большая компания, IT-компания, в которой работает много классных сотрудников, профессионалов своего дела, которые делают высоконагруженные IT-решения, которыми пользуются миллионы людей. Всем, кто собирается прийти к нам в команду, могу дать такое напутствие, не бояться. Если вы энтузиаст своего дела, любите технологии, любите мобильные технологии и разработку, приходите в нашу команду, будем вместе делать интересные, классные продукты, конкретно ВК Teams, мессенджер для корпоративного общения, высоконагруженный интересный сервис.